Новый инструмент. Эв, смотри! Этот скрипач такой популярный! А у этого дяди лайков еще больше! Эв, я поняла! Люди обожают музыкантов! Мы тоже сыграем и прославимся! Да, до нас уже сыграли. Круглая. Идея! Мы изобретем собственный инструмент и будем выступать с ним. Первобытных людей неплохо. А, кажется, они ждут вдохновения. Да, просто огненное шоу. Древнему человеку нужен был ритм для танцев и обрядов. Поэтому самыми первыми в мире музыкальными инструментами стали ударные. Ударные инструменты. Кажется, барабанщики наигрались, Эв. Отправляемся дальше. Интересно, в этом подземелье есть сокровища? Или монстры? А может, монстр уже нас съел? Что это за горка? Никогда не видела такую длинную! Катя, вы только что побывали внутри Валторны. Это очень длинная труба, скрученная в улитку. Если развернуть все ее изгибы и клапаны, она может достигнуть 7 метров. Валторна. Вот уж придумали, так придумали. Нет, этот инструмент у нас дома не поместится. Ищем дальше. Круглая. В этой комнате эхо. Какое странное. Ничего не понимаю. Мы что, попали в музыкальную шкатулку? Катя, вы попали в студию звукозаписи. Перед вами саунд-продюсер. В своей работе он часто использует короткие звуковые фрагменты, сэмплы. Сэмплами могут стать любые интересные звуки. Музыка из них собирается, как детский конструктор. Детали одни, а построек бесчисленное множество. Сэмплер. Наши предки веселились у костра под звуки первых барабанов. Музыка становилась сложнее, и люди придумали целый оркестр, чтобы ее исполнять. Современный музыкальный мир завоевали электронные устройства. Они открывают композиторам еще больший простор для творчества, позволяя использовать любые звуки и музыкальные формы. Ух ты! Сколько всего интересного! Сколько интересного! Всего интересного! Это уже перебор! Эв, кажется, нам пора. А то скоро от нас одни сэмплы останутся. Да, неплохо получилось. Жаль только, что мы свой музыкальный инструмент так и не придумали. Ну ты не расстраивайся. Эв, идея! Вот это да! Мы оба сами себе инструменты! И никто другой так сыграть не сумеет.
Профессия для коровки. Однажды Катя, Эф и коровка играли в цирк. Здорово у нас получается, Эф! Я воздушный акробат, ты жонглер, а коровка канатоходец. Нет, с канатоходцем я поспешила. Жонглер из коровки? Тоже не очень. Давай поищем для коровки другое занятие. Дом из картона? Как-то непрочно. Прямо как в сказке про трех поросят. Остановите строительство! Тут нужны кирпичи. Они не дом строят, а возводят декорации. Мы на съемочной площадке. Здесь что, снимают фильмы? Эф, скорее ищи кинозвезд. Будем брать у них автографы. Точно, Эф, нам сюда. Собачка, ты куда? Наверное, он питомец знаменитого актера. Кать, этот пес и есть знаменитый актер. В кино снимаются разные животные. Львы, лошади, кошки, собаки, даже дельфины и акулы. У животных фильмография бывает ничуть не меньше, чем у людей. У некоторых собак-кинозвезд есть собственные гримерки, и они могут сами подписывать контракты. Вот так, отпечатком лапы. Животные-актеры. Теперь у нас есть автограф настоящей звезды. Кажется, коровка не прошла пробы. Давай поищем для нее другую роль. Ого! Это же ракетоделательный завод. Или самолетостроительный. Круглые. Что это? Вредители на заводе. Они сейчас всю проводку запутают. Или вообще перегрызут. Надо срочно их остановить. Не бойся, Катя. С ракетами все будет в порядке. Эти хорьки – незаменимые рабочие на заводе. Они прокладывают провода. Хорьки настолько маленькие и юркие, что могут пролезать в самые труднодоступные места. Их иногда используют, чтобы проложить кабель там, где не достанет человек. Хорьки-кабельщики. Нет, для кабельщика ты великовата. Тут тебе не развернуться. Надо поискать что-то другое. Фермер решил посадить кроликов? Что же из них вырастет? Кроликовые деревья? Ой-ой-ой, дела плохи, Эф. Сейчас кролики съедят весь урожай. Круглые. Не съедят. Катя, это кролики сельхозрабочие. Некоторые фермеры используют их для прополки помидоров. Кролики выедают только сорняки, а помидоры не трогают, потому что не любят их вкус. Лучше этих помощников просто не найти. Кролики – сельхозрабочие. Да, прополоть грядки точно не для коровки. Может, лучше отправить тебя на ферму моей бабушки? Ухаживать за крокодилами. Я поняла, Эф! Следить за порядком, вот что нравится нашей коровке.
тяжелая задача. О, это же моя любимая серия. Коровка, подвинься, пожалуйста. Между прочим, это трехместный диван. Эф, как бы нам ее передвинуть? Тяжелая история. Нам нужно срочно найти способ, как ее поднять. Они хотят, чтобы лодка плыла по полю? Круглая? Катя, Эф, вы попали в Древнюю Русь. Это ладья, на которой русичи скоро отправятся в плавание. У вас тут кто-то? Ой, бревнами балуются. Или это, ой, древнерусская чехарда? Катя, русичи не балуются и не играют. Они подкладывают круглые стволы под ладью, чтобы откатить ее куда нужно. Это очень древний способ перемещения грузов. Его придумали еще до изобретения колеса. Бревна для перемещения тяжести. Здорово придумали! Вперед, русичи! Тяжелее другой. Эф, давай найдем способ поспокойнее. Ау! Смотри, скала ушла. Ну нет, так не бывает. Это все муравьиные розыгрыши. Наверное, камни не настоящие. Круглые. Действительно, камни тяжелые. Как же муравей их поднимает? Катя, Эф, сила этого муравья в его размерах. Крохотные насекомые могут поднимать груз в десятки раз тяжелее собственного веса. Но чем больше муравей, тем больше усилий им нужно для поддержания своего тела. Например, если муравья увеличить до размера человека, он едва сможет ходить. Муравей. Да, легко быть маленьким. Но чем больше становишься, тем сложнее уроки и тяжелее коровы. Поищем примеры силы человеческого размера. Добро пожаловать в Древнюю Грецию! Эх, мы пришли по адресу! Посмотри, какие тут силачи! Наверное, по три коровы за раз поднимают. Катя, Эф, чтобы поднять такую тяжесть, Архимед увеличил свою силу с помощью рычага. Чем длиннее плечо рычага, за которое тянешь, тем больший вес можно поднять наверх. Этот простой механизм использовали даже древние люди. Архимед первым объяснил, как он работает. И сказал: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Принцип рычага. Переворачивать нам не нужно, а с коровкой теперь справимся. Молодец, Эф! Ура! Круглое. Отлично получилось, но нам нужно больше морковки.
про рост. Как-то раз у Эфа перегорела лампочка. Привет, Эф! О, хочешь лампочку поменять? Осторожно, Эф, не упади! Давай помогу! Ровнее, Эф, не качайся! Ну, вытянись еще немножко, уже почти! Ой! Ты как, не ушибся? Так-так-так, чего-то нам не хватает. Нам не хватает роста, нам нужно срочно подрасти. Скорее, Эф, поищем, у кого можно этому научиться. Ой, где это мы? Катя, на баскетбольной площадке. Когда здесь играют в баскетбол, лучше стоять где-нибудь в стороне. Круглое. Осторожно, Эф! Когда космонавты оказываются в состоянии невесомости, они летают как пушинки. Ведь ничто не прижимает их к полу. Поэтому в невесомости космонавты подрастают на несколько сантиметров. Космонавт в невесомости. Прирост роста. Эф, смотри, какой милый зверь. Познакомьтесь, это панда или бамбуковый медведь. Нетрудно догадаться, что этот мишка предпочитает на обед. Ежедневно панда съедает очень много бамбука. Хорошо, что за это время успевает вырасти новый бамбук. Бамбук – самое быстро растущее растение на нашей планете. За сутки молодой бамбук может прибавить к своему росту целый метр. Бамбук. Вот такая скорость роста меня устроит. Только не хочется прирастать к одному месту. Хочется прыгать, бегать, путешествовать, побывать в каждом уголке мира. Давай еще поищем. Ого, красота! В этом уголке мира мы точно еще не были. Это наш дом. Галактика Млечный Путь. Из огромного множества различных галактик состоит вся наша Вселенная. Вот это да! Столько галактик, и все такие красивые! Эф, мы обязательно должны побывать в каждой из них. Кругая. Эй, галактики, куда вы разлетаетесь? Не пугайтесь, мы с Эфом воспитанные путешественники. Галактики, образующие нашу Вселенную, постоянно разлетаются. Ученые называют это расширением Вселенной. Расширяющаяся Вселенная. Мир вокруг нас все время изменяется. Движется, преобразуется, растет. Растем мы сами, растут растения, горы, звезды и галактики. Но быстрее всего в мире растет наша Вселенная. Уже перебор. К тому же непонятно, куда здесь вкручивать лампочку. Полетели домой, Эф. Да, Эф, любую работу лучше доверить профессионалу. А нам с тобой можно не торопиться расти. Ведь станешь взрослым, обратно не вырастешь. Эф, лови! Давай, давай!
Мыльная история. Однажды Эф надувал круглое. Еще пару шаров, Эф. Пожалуйста. Недолет и перелет. Эф, еще шар. Круглое? Так мы никогда все кегли не собьем. Нужно больше мыла. Добро пожаловать в Древний Китай. О, круглые. Эв, эти шарики получше твоих мыльных. Катя, эти шарики тоже сделаны из мыла. В Древнем Китае придумали делать мыло из стручков дерева гледичи. Стручки измельчали, скатывали в шарики и добавляли благовоние. Такие мыльные шарики отлично пенились и хорошо удаляли грязь и пятна. А еще неплохо катались. Гледичи. Круглое. Да, так мы до дома его точно не донесем. Нужно мыло подолговечнее. Может, еще в какой-нибудь древней стране побываем? Очень скользко ходить. То ли дело мои кроссовки. Ну вот, не падаю же. Эп, подтолкни меня. Катя, Эп, вы попали в Древнюю Грецию. Это знаменитый мыльный остров. Вся земля здесь настоящее природное мыло. Жители острова используют ее для стирки, мытья и даже как целебное средство. Очень удобно. Мыльный остров. Ну что, Эд, намылился? О! Отправляемся дальше. Мыльная ведьма! Эв, сейчас она превратит нас в лягушек! Круглое! Ну вот, попал под действие чар. Эв, очнись! Прием! Кать, это не злая ведьма, а знаменитая артистка, мастер мыльных пузырей. Она не превратит вас в лягушек, но ее представление – настоящее волшебство! Зачаруют любого. Красота! И вся эта красота из обычного мыла. Мыло известно людям с древних времен. От воды оно пенится и отлично удаляет грязь и пятна. Мыло бывает твердым и жидким. Каких только ароматов и цветов не бывает. Выбирай на любой вкус и мойся на здоровье. А еще мыло – это очень весело. И с ним можно устраивать пенные вечеринки. Ой, Эв, кажется, мы засиделись. Пора домой, нас ждет турнир. Эв, все готово? Отлично! Начинаем мыльные игры. Ю-ху!